Добрый день. Я в студии «Купол» Елена Гулевских. Завершается третий день форума «Россия единая». Уже можно подвести некоторые итоги, уже можно говорить о некоторых результатах. И сейчас у нас в студии гость Василий Дорофеевич Козлов, профессор, ректор бизнес-школы «Грин Сити». Очень рада вас видеть, да, Василий Дорофеевич. Добрый день. Вы знаете, тема, которую вы открыли здесь на форуме, тема, в которой приняли участие, «Поиск будущего». Расскажите, пожалуйста, о конференции, где вы также были модератором, и расскажите, о чем шла речь, и что это за технология такая, поиск будущего? Вы знаете, жизнь складывается из вот таких маленьких кусочков, имеющих свои ценности и завершающие результаты, но в фокусе нашего интереса было предпринимательство. Нам хотелось бы утвердить ощущение вот в стране, что родина первого капитала, карман России, Нижний Новгород. И поэтому эта вот конференция, это, я думаю, первая в череде будущих встреч, которые мы намерены делать из года в год. Поиск будущего, технологии, придуманы в Соединенных Штатах, и используется она для разработки стратегии крупных корпораций. Строится она на некой притче, так сказать, известной, когда слепцы, ожидая так страшного оружия слона, пробовали со всех сторон определить, что же это такое, и каждый по-своему прав был. Это то веревка, то есть веер. Вот эта вот технология называется «слон в одной комнате», вся система в одной комнате. Потому что собираются группы, заинтересованные в определенном взгляде, ну, их называют по-английски стейкхолдеры. Это значит, у нас были власть, надзорные контрольные органы, поскольку тема была предпринимательство, то ассоциации предпринимательские, это и журналисты, и кредитные организации, и иностранные гости, и молодежь, которые особенно ярко видят вот эти горизонты будущего. И за счет вот такой мозговой атаки, вот групповой динамики, в течение дня без перерыва, даже кофе-брейки и обеды, они у нас просто стоят в зале, никто не прерывается. И вот, аудитория около 100 человек? Да, 100 человек. У нас в Зеленом городе, вот в бизнес-школе, очень удобно для таких. У нас зал с двойным освещением, замечательно, комфортно там работается. И удается за день создать продукт, равный годичной работе научно-исследовательского института. Это такой действительно интеллектуальный прорыв, интеллектуальная сборка сложной задачи. Вот у нас была задача посмотреть, какие сценарии развития предпринимательства возможны вот в ближайшие десятилетия, поскольку есть и пессимистические, и оптимистические представления. Но вчерашний день мы начали с того, что отдали дань памяти Стива Джобса. Да. Поскольку накануне ночи он ушел. Высокая очень личность. А у нас есть такой клип его речи в Стэнфорде перед выпускниками. Да. Довольно известный он, так сказать, есть в интернете. И у него есть история о смерти. Когда он говорит, что если ты каждый день думаешь, что он последний, когда-нибудь это окажется правдой. И когда ты живешь так, то вот эта вот острота текущего момента обязывает тебя не поддаваться чужому мнению, не прогибаться под обстоятельства, а быть действительно креативным и оставить наследие. Я думаю, что Джобс как образец вот такого предпринимателя инновационного, ведь он за 10 лет увеличил капитализацию Apple на 150 миллиардов. То есть вообще это суперрекорд. И, конечно, я думаю, что вчера, ну, миллионы обладателей айподов и айфонов, они вот отдали дань его вкладу, который и заметьте, он сделал. Как в своей истории он не боялся отходить от идей, да? То есть у него была такая ситуация, когда пришлось отойти, да, его потеснили, и потом он вернулся с идеей. Да, то, что он назвал соединение точек, так сказать. Да, соединение точек. И, ну, это уникальная личность. Вот, понимаете, это задало тон. То есть это создало какой-то такой эмоциональный нерв. Вот у многих комок в горле. И мы понимали, что вот так надо представлять наше будущее. То есть представить его именно вот таким, ну, порывом, драйвом, так сказать, вот каким-то вот новым рубежом. У него как раз был драйв такой. Вот, да. Даже вот в этом обращении к студентам вот этот драйв он чувствовал.
Помните, оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Это вписали в девиз конференции. И, собственно говоря, вот этот азарт, он и был как бы вот в течение этих... Глубокая еще фраза «оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Да. О чем идет речь? Все глубоко понимают на личностном. И знаете, вот, видимо, в результате вот такого посыла, я думаю, главная идея это была то, что мы, собственно, договорились и, по сути, сконструировали некий проект вот такого консультативного образовательного центра инновационного предпринимательства. Пример, мы с вами встречались вот накануне 5-го с Лебедевым Юрием Николаевичем, который уже такую работу ведет в Китае. Представляете, 7 лет он создает и выпустил учебник на китайском языке по системной интеграции вот таких инновационных проектов. И вот набор проектов, который был сгенерирован в течение этого дня, он, честно говоря, просто вдохновляет. Самое главное, что мы вот из этих вот разных по интересам людей составляем коалиционную группу, те, которые после конференции продолжают разработку проекта. И в этом я вижу вот ценность, в отличие, может быть, от говорящих голов, когда доклад за докладом читается, все там следят за регламентом, но вот так вся присутствующая, внимающий этим докладом часть, она пассивна. Здесь же работает каждый из 100 человек. Он через групповое мнение презентует и представляет свою задачу. И по технологии мы формируем такую карту сознания. То есть все, что сказано, записывается и выносится на большое такое полотно, где такие есть сегменты вот проблем, тенденций и предлагаемых проектов. Причем я предполагаю, что аудитория около 100 человек – это серьезные очень люди в своей профессии. Безусловно, это все знаковые люди, и поэтому их суждение для нас – большая ценность. Каждый из них несет в себе тот опыт, который уникален. А как вот соединить его? Вот в этом сложность модерации. Я, честно вам скажу, вот немножко даже голос хрипит, потому что все время с микрофоном от человека к человеку. И вот этот вот темп, он удерживается в течение там 8 часов без перерыва. То есть, по сути, это своеобразный такой интеллектуальный марафон. Оценки были очень высокие, поскольку у нас были люди из Казани, из Челябинска, из Владимира, из Москвы, из Санкт-Петербурга, то вот это вот ощущение Нижнего Новгорода как такого вот прорыва роста интеллектуальных идей мы, мне кажется, добились в итоге. Вот вы, как раз вы говорите, что были с микрофоном, вы были модератором этой конференции «Предпринимательство. Поиск будущего». И, соответственно, итогом этой конференции все-таки более подробно, что стало, что выработано? Какое есть понимание, осознание? Мы, во-первых, сформировали перечень проектов. Мы экспертов заслушивали по ходу в качестве каких-то, так скажем, мобилизующих идей. И я бы назвал даже и по формату, это некой экспертной конференции. То есть каждый из присутствующих, может быть, мы специально имели там группу молодых социологов из университета Лобачевского. Я работаю по совместительству профессором на кафедре экономической социологии университета. И мы создаем сейчас вот некую молодежную научную школу экономической социологии. Вот они, может быть, с меньшим опытом. Но и то они заявили проект «Смотрите, кто пришел», имея в виду студенческую предпринимательскую активность. Остальные же люди – это носители уже предложений. Поэтому задача первая, что удалось, это вот суммировать эти проекты. Мы выпускаем довольно большой итоговый сборник, в котором есть не тексты размышлений, а тексты предполагаемых идей для реализации. И предполагаемых действий. Да, и самое главное, что вот эта платформа, это вот будет образовательно-консультативный центр, где все это удачным образом сходится. Вот на форуме «Россия единая» вы неоднократно, и нынешний форум по своей идее, по своей более глубокой концепции именно не расширить выставочную площадь, да, а именно встретиться, поразмышлять, пообсуждать. Как вообще идея вам этого форума? Конгрессная часть, расскажите о ней, пожалуйста. Мне легко судить, потому что первые форумы, тогда я в статусе замгубернатора по экономике был, и они носили характер, конечно, очень отличающийся, я думаю, от сегодняшнего. Например, памятная была конверсия вооружения, когда президент и премьер-министр, это были
ну, обычные гости на ярмарке. То есть статус и некоторая, так скажем, новизна каждого вот, каждой встречи, она была гарантирована. Тогда мы впервые показали экранопланы, и черную акулу. Которая прошла по всем новостям. Истребители. Было, по-моему, из 36 стран военные атташе, потому что это было впервые показано. Если вспоминать, это было лет 10 назад, даже побольше. Нет, да? Ну это было вот первое. Сейчас у нас 16-й, так что отсчитайте. Да. Вот это были первые, наверное, форум. Постепенно он стал выбирать какой-то фокус именно вот такой, скорее, предметный, как сейчас коммуникации. То есть коммуникация – это, ну, обобщение особенностей сегодняшнего времени. Мир становится глобальным. Если мы этот разрыв формируем, то фактически мы вне событий, мы на обочине. И понять, инвентаризовать вот эти все способы коммуникации, почему они так вызвали разнообразный интерес, столько секций, с каждой по-своему дает какие-то аспекты вот этой коммуникации. Мне кажется, эта идея очень зрелая, хорошая. Выставка каких-то материальных образцов все больше уступает виртуальному показу. И мы можем действительно сейчас, пользуясь интернетом, увидеть любую новинку на экране, на дисплее. Ну, мы давно говорим, жизнь, она не за окном, она вот на экране. Поэтому оснастить вот эту вот выставку более таким визуальным рядом, чем какими-то физическими объектами, при этом создать вот атмосферу обсуждения, мне кажется, это правильный современный подход. Да, и было бы здорово, если в будущем будет проходить такое же обсуждение, поиск будущего, такая технология, то было бы здорово бы ее и показать. Ну, мы сделали фильм. То есть вообще как бы одно из условий было то, что мы снимали сплошную все выступления. Я не говорю онлайн. Я, естественно, говорю итог, выборку, то, что будет очень полезно специалистам. Вы были бы приятно удивлены, насколько азарт такого вот разговора отличает от обычного такого вот собрания умных людей. Потому что работают все, работает все время. Все время идет спор, то есть это динамика такого живого и очень результативного в итоге разговора. Впечатление о конгрессе какое? Ну, я вот, поскольку встроен был все два дня как модератор, то есть я просто был в состоянии, можно сказать, такой полной погруженности, что по сторонам смотреть не мог. Поэтому скажу, что то, что мы задумали, удалось точно. А как это впишется в общий итог? Надеюсь, что и в других местах, так сказать, не подкачали. Если вспоминать нашу первую беседу здесь, в студии «Купол», в первый день форума «Россия единая», Андрей Дмитриевич Кузьмичев, профессор кафедры экономики, организации производства имени Баумана, да? Это и Валерий Керов, и Юрий Лебедев, и Селезнев наш за кафедрой. И здесь как раз вот говорилось о предпринимательстве, вы взяли опыт 19 века, старообрядчества. Насколько, на ваш взгляд, это сегодня актуально? Знаете, собственно говоря, повод, который нам создали старообрядцы, как вот хранители некой веры, благочестия, он оказался полезным, потому что управление становится ценностным. То есть мы должны вот эти ценности видеть в основаниях, поэтому корпоративные культуры и даже корпоративные религии возникают. И поэтому вот опыт конфессий, так активно развивавшихся в условиях неблагоприятствования, они оказались очень поучительны. И, кстати, вот этот сюжет, он на вчерашней встрече был, так сказать, представлен достаточно полно и профессионально. Андрей Дмитриевич Кузьмичев, он, я бы сказал, историк современного предпринимательства. Он представил вот уникальный каталог книг, которые стали летописью вот этих 25 лет. Я очень посмотрел с интересом каталог книг, и он дает... Говорит кратко, о чем эта книга. Да. И вы знаете, действительно наводит на размышления то, что сегодня бизнес в России, если так много успешных проектов, которые сегодня у всех на глазах, созданы условия для бизнеса, для предпринимательства, или у вас какое-то другое мнение? Лен, знаете, вот что здорово, то мы использовали Skype. И всерьез обогатили присутствующий состав еще виртуальными разговорами. У нас был списан график, и к нам включались
как раз герои книги Кузьмичева «Фанаты бизнеса». Правда? Да, то есть это здорово. Такие яркие, так сказать, ну, я бы сказал, масштабные очень миллиардеры. Например, Надежда Копылова, так сказать, который Forbes, так сказать, Фалько, который получил в свое время право на распространение теплоэнергооборудования от немецкой компании, продал миллионы, так сказать, вот этих компактных и очень эффективных печей. Это руководитель лаборатории предпринимательства и школы экономики Чепуренко тоже, так сказать, включился в разговор. И мне кажется, что вот сейчас это вот возможность just in time, здесь и сейчас, немедленно включить в разговор любого, в любой точке мира, и простота этой связи, она делает наши конференции будущего, ну, вообще без границ. Но все-таки спасибо форуму «России единые», или такие конференции можно, на ваш взгляд, объединяющие такое количество знающих людей, людей со знаниями, можно проводить, ну, не технически, используя... Технически можно, но все-таки, вот смотрите, там и форум Давоса, там, и любые там Санкт-Петербургские, то есть какие-то знаковые события, уже примерные традиции дат, когда собираются люди. Это как соборный праздник, понимаете? То есть все равно надо договориться и собраться в одном месте. И настроиться, понять, о чем будет идти речь, степень важности, степень необходимости. Мы же тоже не ходим в гости, так сказать, кое-как и кое-когда, хотя технически можно. Когда возникают вопросы. Видать, очень много было вопросов. Уже если был такой мозговой штурм, очень мощный у вас вот на конференции, соответственно, площадка форума «Россия единая», площадка «Green City», да, в рамках которой прошла эта конференция «Поиск будущего», она сегодня это просто как никогда актуальна. Безусловно, и самое главное, что мы ведь в первый день смогли узнать мнение ведущих государственных деятелей, замминистра, куратора малого бизнеса, и господин Галушко рассказал о том, как деловая Россия, администрация президента относится к этим вопросам. То есть у нас была возможность сопоставить как бы государственную политику и мнение снизу, так сказать, весьма просвещенных экспертов. Вы знаете, вот сегодня говорят инновационные проекты, взаимодействие непременно с государством. Но вот если посмотреть сейчас, какие инновационные проекты, они из разных областей. Там, да, есть промышленные инновационные проекты. Если взять, например, в гостевой студии у нас был морской клуб, школа спортивного высшего мастерства становится инновационным проектом. Можно подумать, что любая хорошая идея, ну, она инновационна. Вот как вот здесь вот. Я думаю, что инновация — это такое модное слово, которое, так сказать, без берегов стало включать все, что мы делаем. Потому что, конечно, вы можете сделать то, что не делали ранее. И для вас это новизна, инновация. Но все-таки, если строго сказать, инновация — это нечто, так скажем, в контексте мирового или отраслевого, или там регионального явления, действительно неожиданное, возникающее и распространяющее свое влияние на другое. И когда мы говорим о модернизации, инновации, то речь все-таки идет о патентованных, лицензированных новинках. Ну, как вот, например, фармакологическая компания может потратить там сотни миллионов долларов, разработать некую формулу действующего вещества и пользоваться этим исключительно, и создавая определенный рынок, цену, оправдывая все вложения. Но проходит время патента, и это становится дженериком. То есть вы можете под другим названием выпускать это как угодно и где угодно. Так вот, первое – это инновация, а второе – это уже просто массовое производство. Мы говорим все-таки о открытиях новых возможностей, новых рынков, новых продуктов. Это было бы честнее. Вот, и как раз вот наша эта тема была, это инновационное предпринимательство, которое соединяет разработчика и потребителя инновационных продуктов. И, собственно говоря, вот идея Лебедева, которую мы все-таки в центр поставили, она стала вот этим системным интегратором. Как этот мост построить? Все-таки вот пример Китая, он сегодня представленный господином Лебедевым настолько яркий и настолько впечатляет, что появляется идея, появляется, да, то есть ее рассматривают со всех сторон, и тут же помощь идет со всех сторон. Это льготы,
на развитие ну, этой Честно сказать, на зависть, Лена. Когда зависть, рассказывают вот эти детали. Такое количество людей со стороны государства опекают инновационные задумки, которые становятся инновационным проектом, это просто удивительно. Вот у нас была возможность все-таки в более просторном регламенте проговорить вот эти темы. Что же нам надо заимствовать вот из тех преференций, условий, поощрений, которые все-таки Китаю удалось сделать. Они ведь прошли первую волну копируя просто. Сегодня же у них явная такая ставка на создание инновационных городов. И архитектура, и подготовка кадров. Самое главное, чрезвычайные льготы по привлечению талантов. Ведь вот Николаевич говорил о том, что менеджеру, так сказать, вот такой компании бесплатно предоставляется жилье, машина и очень высокая заработная плата без налогов в течение ряда лет. То есть сами понимаете, что притяжение таких мест становится исключительным. Туда уже приезжают люди из других стран, и нам пока не удалось вот такой магнит здесь для кадров такого класса создать. Я думаю, что в этом, в общем-то, большая проблема, что будет с инновационной экономикой в будущем. Вы знаете, судя по тем интервью, которые здесь прозвучали в студии «Купол», очень сейчас есть дефицит кадров. И дефицит достаточно серьезный. И если смотреть о том, как сегодня развиваются технологии, как сегодня развиваются промышленные предприятия, как развиваются инновационные промышленные предприятия, то речь и как государство сейчас создает какие хорошие учебные, так скажем, учебную деятельность, там, да, то у молодежи есть все возможности для того, чтобы проявить свою природу, проявить свои таланты, проявить свои возможности в России, не уезжая за рубеж. Возможностей много, колоссальное количество, как мне показалось здесь на этом форуме. Давайте в чем дело. Вот мы рассматривая вот этих вот юго-восточных тигров, то есть было странно, почему Китай, в общем-то, 20 лет назад, приезжавший к нам за таким советским опытом, сегодня считает, как вот Николаевич говорил, уже нас, так сказать, младшей сестрой. Если раньше мы были старшим братом, так вот, в метафоре Востока, то сегодня уже младшая сестра. Это совсем другое семейное соотношение. Что там случилось? Дело ведь в том, что появились цифровые технологии. То есть личное мастерство перестало играть такую ключевую роль. У вас есть 3D-проектирование, вы можете это все программно передать на станки с числовым программным управлением, и тогда ни фрезеровщик, ни сверловщик не нужен, так сказать, золотые руки. И вот это вот ноу-хау, этот инжиниринг, он переносится в места, где есть льготы по экологии, по цене труда, по энергетике, и это дает еще эффект по управлению издержками. Так вот, сегодня молодежь, безусловно, должна быть ориентирована на такого рода вот оборудование, что это ведь нам не надо там тщательнее и больше копать. Нам нужно уметь работать вот с таким сложным оборудованием, автоматизированным до того, что кроме высшего образования там вряд ли, так сказать, удастся кому-то работать. Отсюда идет потрясающее высвобождение численности. В Испании 21% безработных. Фактически окончивший вуз молодой человек сразу получает пособие по безработице. Ему трудно устроиться, если он не сфокусирован вот на таких новых профессиях. Поэтому вопрос кадров, он, так сказать, очень своеобразно сейчас стоит. Говорят вот исследователи англичане, они в этом доке, что молодой человек, приходящий сегодня вот на рынок труда, должен быть готовым за жизнь 19 раз сменить профессию. Вот такая динамика идет, так сказать, сегодня вот экономического компетенций. И это потому, что так будет меняться техника. Мы это видим по нашим, так сказать, гаджетам, когда я уже не знаю, что это такое. Вот iPhone – это коммуникатор, в котором есть там десятки функций. Я могу закачать сюда тысячи программ. Попробуйте вот всем этим управлять. И поэтому, конечно, молодежь сегодня нужна с другими компетенциями.
поэтому наши там ПТУ, наши, так сказать, колледжи должны этот горизонт видеть. Тогда это будет действительно предпринимательство, которое разделяет труд и умело соединяет его вот через вот такие вот организационные формы. Василий Дорофеевич, вы являетесь ректором школы Грин-Сити, уже состоялся третий выпуск, да, если мне не изменяет память? Ну, три было уже, да, вот мы готовим уже, через несколько, через две недели будет четвертый. У вас обучается... специалисты, которые с высшим образованием, то есть уже которые нашли... Есть и доктора наук. Да, которые нашли уже, которые сегодня уже проявляют свои способности в различной деятельности. А как вы относитесь к дистанционному образованию, о котором сейчас, ну, который сейчас очень... Все-таки оно модное или не модное? Оно нужное и оно какое? Вот у нас какой-то подход вот или-или. Во-первых, дистанционная сегодня поддержка содержанием. Ну, вы, я вот не знаю, я не выпускаю из рук iPhone, потому что любое слово, любую ссылку я немедленно нахожу в поисковике и получаю вот эту вот информацию. И в этом смысле дистанция, она перестала существовать, она просто со мной в кармане. Но вопрос вот, как интерпретировать эти знания, как вот это интеллектуальное лего, как использовать этот вот, энергетику общения, вот именно сам это клуб, правильно, вот потому что вот. Мы ведь знания получаем через звук, правильно, и как это, не просто же нужно же общаться с преподавателем, то есть с человеком, который старше, который знает, который может передать эти знания. Вот расскажите. Я вам проще скажу, что вот профессор академический, который привык транслировать знания, ведь само образование, слово, оно уже стареет, потому что образование – это передача образа. Вот он был, а я вам его передаю. Сегодня надо управлять знаниями. То есть я должен выйти из аудитории умелым человеком. Я могу руками что-то сделать, применить какие-то модели, концепции, если говорить о менеджменте, об экономике. Поэтому сегодня вот преподаватель, у нас вот работает такая сборная России, по сути, как в профессиональном футболе, это легионеры. Мы даже специально создали ассоциацию преподавателей MBA, где вся страна, так сказать, в поле зрения. И мы под любой заказ набираем такую профессиональную команду экспертов, консультантов, в этом фишка. И именно она нужна сегодня. То есть передать знания без... Это уже нам говорят, это отстой, как вот молодежное верное словечко. А классно, прикольно, когда тебе это все дают уже с практикой применения, очень и чисто, конкретно. От людей, которые это умеют делать, делай как я. А это люди, которые еще должны иметь такое свойство, знаете, как в джазе, вот эта энергетика взаимодействия, такой James Sessions, когда аудитория тоже часть и твой инструмент, и он играет с ними. И вот это вот играющий человек, играющий тренер, это и есть современное образование. Поэтому вот эмоциональная энергетика, это и есть, собственно говоря, то, чего не хватает в дистанционном. Вы можете получить содержание, вы можете получить образ. Поэтому сейчас даже у нас есть такое расхожее выражение «контекст важнее контента». То есть это как в нотном магазине. Возьмите 9-ю симфонию Бетховена или прелюды Шопена, пожалуйста, вот ноты. Так и сейчас все учебники вам доступны. Влезьте в интернет, ни одна школа не скрывает свой контент. То есть содержание ваших... Ну и что? А я должен с этим поиграть? Все-таки мы ходим на какой-то симфонический оркестр под руководством какого-то специального дирижера. Мы ценим солистов. И вот образование сегодня стало вот такого типа. Спасибо вам большое за очень подробный рассказ о форуме, о событиях, о перспективах и о будущем. Потому что буквально разговор с вами заставил вдохновиться, да. Двигаться, развиваться и образовываться. Я думаю, это лучшие инвестиции до следующего форума. Надеюсь, в промежутках тоже будем встречаться. И, знаете, вот буквально в двух словах, научно-практическая конференция «Нижний Новгород. Карман России». Состоялась она, у вас прошла. Да, 5-го, 6-го, то есть мы вчера финишировали, и сегодня будет, подводим и итоги. И будет итог, где-то да, вы можете это будет на нашем сайте, все на материалы сайте. Электроны, кстати, сайт очень обильные. Сайт да? Да, это у нас www.mba-nn.ru. Вот буквально через два дня мы выставим весь ресурс. То есть итоги форума, итоги встречи на форуме «Россия единая» будут на сайте? Да, на причем все доступны будут презентации, все тексты. И это, честное слово, стоит того, чтобы к ним обратиться. Там много зажигательных идей, много, так сказать, желаний представить Россию как цветущую, растущую. Вот. И
перестать говорить «это страна». Все-таки это наша родина, и мы хотели бы, чтобы у нее было более светлое и уверенное будущее. Василий Дорофеевич, позвольте от редакции «РИА Времен» еще раз поблагодарить вас за участие в студии «Купол» в этой онлайн-трансляции, и мы надеемся на дальнейшее информационное тесное сотрудничество с вами. Да, спасибо вам, это отличная идея, так что желаю вам успеха всем, особенно операторам, звукооператорам, режиссерам этой классной команде. Развиваться, спасибо. «РИА Времен» продолжает онлайн-трансляцию форума «Россия единая», и буквально через несколько минут в студии «Купол» будет следующий гость.